Раз кудрявый клён зелёный лист цветной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Музыку из кинофильмов жители слушают в парке Щёрса. На этот раз, кроме самарских коллективов, на фестивале «Открытое небо, открытые сердца» выступает солист из Саратова. Бас Вячеслав Черногоров в Самаре поет впервые. Говорит, стоять на одной сцене с музыкантами такого высокого уровня – большая творческая удача. Я еще ни разу не выступал с такими профессионалами. Очень приятно работать с ребятами. Просто высший класс. Мне хочется радовать людей больше всего. Мне хочется видеть улыбки на их лицах. Не хочется, чтобы они чаще выходили и слушали нас, чтобы не сидели дома. Концерт по телевизору, ну, это обычно, а концерт внезапный на улице, по-моему, это очень здорово и приятно. В этом году концерты на свежем воздухе посвящены году кино и 130-летию со дня основания Великорусского оркестра. Всего у музыкантов запланировано более 30 концертов в разных скверах и парках города, а также на партнерской площадке одного из моллов. Фестиваль «Открытое небо, открытые сердца» уже в четвертый раз проходит при поддержке администрации Самары. Это один из самых ярких городских проектов в сфере молодежной политики. Главная задача фестиваля – укрепление народного единства и приобщение подрастающего поколения к исконным традициям, прежде всего народной музыке. Это истоки, это то, к чему тянется душа народа. И, конечно, когда народ знает свое духовное наследие, свое музыкальное наследие, то, во-первых, есть чем гордиться. Поддержка молодых талантов в приоритете у городских властей. Программа «Молодежь Самары» направлена на то, чтобы раскрыть творческие способности артистов и дать шанс их проявить. Тому, что теперь есть возможность послушать талантливых музыкантов под открытым небом, радуются жители. Для многих стать случайным свидетелем концерта – приятная неожиданность. К сожалению, у нас нет возможности сейчас ездить в филармонию или на какие-то концерты, а здесь в общем доступе. Причем это совершенно бесплатно, всем желающим можно прийти, послушать, насладиться музыкой, превосходной музыкой на самом деле. Душа поет. Завершающий концерт фестиваля «Открытое небо, открытые сердца» пройдет 1 сентября в парке Металлургов. Но на этом музыкальный марафон не заканчивается. С октября концерты начнутся в городских домах культуры. Расписание можно посмотреть на сайте Самарской филармонии. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».